Каждый год в Даугавпилсе работают летние лагеря, организованные молодежным отделом городской думы. Этим летом, несмотря на чрезвычайную ситуацию, также планируются дневные и круглосуточные лагеря для ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Первая регистрация начнется 20 марта в 10:00. В общей сложности будет 19 лагерей, у каждого из которых своя тематика и длительность. Дети смогут заниматься спортом, узнавать много нового о здоровом образе жизни и природе, изучать робототехнику и законы физики, интересно и познавательно проводить время в веселой компании. С полным списком и описанием лагерей можно знакомиться на сайте молодежного отдела. Программа каждого лагеря рассчитана на определенную возрастную группу, поэтому перед регистрацией обратите внимание на то, достигнет ли ваш ребенок нужного возраста к первому дню смены. Учитывая нынешнюю ситуацию, программы по сравнению с предыдущими годами немного изменились. Будет больше экскурсий за городом и больше времени планируется проводить на свежем воздухе. Возможны также изменения в программе и датах проведения лагерей, если этого потребуют актуальные эпидемиологические нормы. На домашней странице указаны даты проведения лагерей. Но в случае, если вдруг поступят какие-то распоряжения от правительства, связанные с чрезвычайной ситуацией, эти даты могут измениться. Поэтому следите за информацией. То же касается и экскурсий, указанных в программах. В случае форс-мажора, если, например, будет невозможно провести запланированную экскурсию в музее или каком-то другом месте, ее заменят на другую, которая будет соответствовать актуальным требованиям. Поэтому не стоит волноваться, если в силу каких-то причин планировалась поездка в Юрмалу, а в итоге отправились, например, в Вентспилс. Все будет спланировано, исходя из интересов ребят. Так же, как и в прошлом году, у ребят из многодетных семей будет преимущество при регистрации. В каждом из 19 лагерей для них будет зарезервировано 7 мест. Регистрация для многодетных семей начнется 20 марта в 10:00 и продлится до 26 марта включительно. Она будет проходить на домашней странице молодежного отдела в разделе «Лагеря». Если вы уже открывали эту анкету раньше, в 10 часов перезагрузите страницу, чтобы появилась кнопка «Отправить заявку» или «Сутайт Петайкум». Во время регистрации можно будет выбрать до 3 лагерей в каждый летний месяц. Но учитывайте, что если вы хотите попасть в конкретный лагерь, выбирайте только его. Если зарегистрируетесь сразу в 3, попадете туда, где будут свободные места. Из списков остальных лагерей вас автоматически удалят и не поставят в очередь на ожидание. Для остальных ребят регистрация начнется 3 апреля в 10:00. Многодетные семьи также могут регистрироваться с 3 апреля, но в таком случае приоритета у них не будет. Плата за лагерь зависит от количества дней того, дневной это лагерь или круглосуточный. Для детей из малообеспеченных и малоимущих семей она будет значительно меньше, так как социальная служба покрывает расходы на питание. Чтобы воспользоваться такой возможностью, при подписании договора нужно будет приложить справку о наличии статуса. Сейчас во время регистрации никакие справки не нужны. Дополнительную информацию можно получить в молодежном отделе. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.